Морозит за окном, белоснежный снег, потрескивающий камин, запах салата оливье, подарки и ожидание чуда. Всего этого вы не увидите в нашем фильме. Хотя это история, которая могла произойти в любой день и случилась именно в новогоднюю ночь. Наши герои не ждали чуда, не предвкушали Нового года, не ощущали праздника. Они просто встретились, потому что один из них порвал штаны в интересном месте. Они просто встретились и просто начали говорить. Я тебя убью. Совсем немного чуда. В самой умной, гротескной новогодней комедии этого года. «Портной».